Всем доброе утро. Правда, оно сегодня начинается у меня чуть позже. Я что-то заспалась сегодня. На заставочку. Вот. Но я уже успела умыться. Даже вот мы с мамой запустили наш робот-пылесос. Нет, не выходи, я его там закрываю, потому что он там не привык находиться. Кстати, робот-пылесос. Многие спрашивали, как его зовут. Его зовут Валли. Вот. Муравьишек даже уже успела попоить. Все у них хорошо, я про них не забываю. Ой, вот так, сегодня по планам, наверное, ко мне приедет Саша, у него выходные. И мы поедем, отдадим его дедушке. Смотрите, что у меня стоит. Это телескоп ему пришел. Вот. А тут еще мамочка, смотрите, собирается картошечку жарить или варить? Вот, варить. А та что? Да просто помыла, положу ее в холодильничек чистенькую. Вот. А я сейчас... Уборка, как всегда. Буду резать салатик. А мамочка у меня обожает уборку, поэтому... Да. Фанат уборки, мама. Ну нет, честно, мама у меня очень много и часто убирается. Поэтому мне, я тоже часто убираю, чтобы порадовать чистоту. Маму. Мама... Да, маму можно порадовать. Вот мою маму так легко порадовать. Можно просто убраться, и она будет счастлива. Вот так. А я, как самый главный помощник, сейчас буду резать салатик. Огурчики с помидорками. Мама, огурцы мытые? Да. Угу. Все свое с огорода. Будет очень вкусненько. И картошка, кстати, уже тоже своя. Я тут вот, ой, салатик еще не дорезала, правда, такая красота получается. А мама собралась еще печь шарлотку. Это свои у нас яблоки? Да. Белый, вот. Налив. Белый налив, пожалуйста. Вот, сейчас будет шарлотка у нас еще. Правда, я ее не очень люблю. Вот, женщина у меня, повар просто. Просто шеф. А я так, подмастерье. Но выглядит так красиво, все такие насыщенные цвета. Посмотри, у салатика, мам. Угу. Красота. Та-дам! Мамина шарлотка готова. Как его разнимать-то? Тут уже Саша... кушать готовится. Вот он приехал. Салатик мажу. А себе я хочу картошечку все-таки пюре сделать. А еще влог гружу для вас. Вот. Опа. Вкусняшка. Я все-таки тоже решила кушать шарлотку, но так как для меня она кисленькая, я это делаю со сгущенкой. Так получается слаще и вкуснее. Лучок на сегодня вот такой. Мама сказала, что мне очень идет этот цвет. Я вообще редко хочу что-то яркое на себя надевать. Но мама сказала, красиво. Может, что-нибудь яркое прикуплю, новенькое в свой гардеробчик. Мы уже сгоняли к Сашиным бабушке и дедушке. И я приехала домой. Так, смотрите, как приколдесно. Все. О, блин, уже закрылась. Главное успеть добежать до двери. И все, я дома. Родители еще вентилятор привезли. Мы его помыли там. Вот. Все. Приехала домой. Закрыто. Мы с мамой решили сейчас прогуляться до фикс-прайза. Купить какие-нибудь бытовые штучки. Мой модный мамулик. Мамулик. Вот, масочку взяла, потому что я что-то последнее время забываю о них. Уже надоел этот масочный режим. Когда, интересно, его отменят? Как думаешь, мам? Я не знаю, уже устала от масок.
Мы в какой с тобой пойдем? Фикс-прайс ближний или дальний? Посмотри, какой лучше, я не знаю. А они, по-моему, примерно одинаковые. Ну, значит, давай в ближний пойдем, потому что еще курицу надо ставить, тушить, как придут. Хорошо. Все, выходим. Смотрите, какая миленькая зубная паста. Я хочу вот такую попробовать с мороженкой. Ой, милашка. Еще есть с персиком и клубника с киви. Клубника с киви тоже нравится с единорожкой, но мне кажется, вот это будет вкуснее. Мама тут что-то смотрит. Кстати, сейчас в фикс-прайсе, смотрите, какие красивые свечи появились. С такой крышечкой. Правда, она осыпается, но выглядит круто. Особенно вот такие беленькие. И вот эти еще такие стильненькие. Просто наш с мамой муд зайти в фикс-прайс и утащить целую корзину. И еще ходить выбирать что-то. Тут всегда, вот даже если тебе не надо, то ты все равно берешь. Не знаю почему. У мамы целый пакет. У меня тут шопер. Мы, если честно, планировали уместиться в один шопер, но... Дай мне тяжелый. Не, он, дай не, он не тяжелый. Дай я потом. У мамы на плече висит, все нормально. Вот. Так что накупили разного барахла, идем счастливы. Что нам еще нужно для счастья? Это работа все. Там да. Почистить, помыть. Вот. Я же сегодня уже говорила, что у меня мама очень любит убираться. Все помнят. Пафеточки, салфеточки. Да. Короче, всякой бытовой штуки накупили. Думаю, даже не буду показывать. Там все понятно. Разные тряпки, салфетки, губки, моющие средства. Ничего нового абсолютно. Мама приготовила суп моего детства. С рыбой. Как мама называется? Горбушей. С горбушей. Я так давно его не ела, вот охлаждаем. Скоро отправим в холодильник. Завтра буду кушать. Может, даже сегодня. И курочка тушится. Почему мы так быстро съедаем еду? Интересно. Мы вот недавно готовили, уже все, ничего нет. Заново все пришлось готовить. Продолжаю смотреть сериальчик «Я никогда не». Второй сезон. Прям вообще очень классный, интересный. Я уже... смотрю 8-ю серию, их там, по-моему, всего 10. Будет грустно, когда он закончится. Очень интересный, правда. Первый сезон, он вообще не такой сильный, да. 10 серий. Вот. Так что, кто еще не смотрел, можете посмотреть. Мне понравился. Ну, конечно, взрослым он вряд ли зайдет, но если вам до 23, даже, может, побольше... вы можете посмотреть его. Тюдюнс. Ну и какой просмотр чего-то классно проходит без вкусняшек. Я вот ем чокобой грибочки. Они, кстати, не просто шоколадные, они карамельные. Прикольно, необычно, вкусненько. Ой, я досмотрела сериал. И уже буду спать. Я тут с фонариком сижу, чтобы вам было лучше меня видно. Всем спасибо за просмотр. И до завтра. Я вас очень люблю. Целую и обнимаю. Все. Увидимся с вами в завтрашнем влоге.